Да, ты меня видно, слышно. Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно? Хорошо, Жанна, спасибо большое за то, что представили меня. Еще раз представлюсь, меня зовут Елизавета. Сегодня мы будем разбираться с вами во всем разнообразии ухода за волосами, которое у нас представлено в каталоге. То есть мы сегодня будем отвечать на главный вопрос, как нам подобрать идеальный уход за волосами от Faberlic. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, для того, чтобы нам ответить на данный вопрос, в первую очередь мы должны знать, какие продукты у нас подходят для ежедневного применения, а какие продукты у нас не подходят для ежедневного применения. Следующий слайд. Не подходит для ежедневного применения у нас, к счастью, только один продукт. Это шампунь Black Detox из линейки Faberlic Expert. Этот шампунь предназначен для глубокого очищения волос и кожи головы. Он максимально обеспечивает максимально глубокое очищение. Частицы угля, которые входят в его состав, легко впитывают различные загрязнения из пор кожи головы и поверхности волос. Таким образом, волосы освобождаются от хлора, пыли, минеральных остатков, морской соли, остатков средств стайлинга и излишней жировой пленки. Так как в составе есть активированный уголь, шампунь имеет черный цвет, но при этом он не окрашивает волосы. Также он подходит для любого типа волос. Единственное его ограничение, это не стоит его использовать в течение 2-3 недель после окрашивания, так как он может вымывать цвет. Но опять же можно взять на заметку, что если вдруг было неудачное окрашивание, с помощью этого шампуня мы можем легко избавиться от неприятного нам цвета. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, спасибо. Итак, те средства, которые у нас подходят для ежедневного применения, можно условно разделить на две категории. Это бюджетные средства и наиболее действенные средства. В наших каталогах представлено 4 линейки по уходу за волосами. И наиболее бюджетные средства я отношу линейку BioArctic и Ethnobotanica. А в наиболее действенные средства, соответственно, Faberlic Expert и Expert Pharma. Сейчас мы будем разбираться с каждой линейкой более подробно. И начнем мы с линейки BioArctic. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, BioArctic – это у нас кладезь полезных витаминов и микроэлементов для наших волос. Белоснежная перламутро-глянцевая текстура напоминает нам бескрайние заснеженные просторы русского севера. Подобно кристаллам снега, она мягко тает на волосах и оставляет приятный холодок. Следующий слайд. В данной линейке представлены средства для следующих типов волос. Это шампунь и кондиционер «Объем» для тонких и ослабленных волос с экстрактом полярного мака. Шампунь и кондиционер для поврежденных и тусклых волос с экстрактом медовой морожки. Следующий слайд. Шампунь и бальзам-кондиционер для жирных и нормальных волос с экстрактом клюквы. Шампунь и бальзам-кондиционер для сухих и жестких волос с экстрактом гаэртической водяники. Следующий. Шампунь и кондиционер от перхоти с экстрактом белого сибирского мха. Шампунь 2 в 1 для всех типов волос с экстрактом арктической полотнянки. И, к сожалению, на слайде оно не представлено. Есть еще шампунь для всех типов волос на каждый день с экстрактом снежинники.
Это что касается линейки BioArctic. Теперь мы переходим к линейке Этноботаника. Следующий сайт, пожалуйста. Линейки Этноботаника. Нет, назад. Итак, в линейке Этноботаника у нас представлено три серии по два продукта в каждой. Ее особенность заключается в том, что она идет на основе мыльного корня. Вот теперь следующий слайд. Первая серия в этой линейке – это шампунь, блеск и шелковистость. Шампунь и бальзам, блеск и шелковистость. Эти два продукта идеально подходят для окрашенных волос, они поддерживают стойкость цвета после окрашивания, а также увлажняют и интенсивно питают их. Следующий слайд. Следующая серия – это шампунь и бальзам. Укрепление от корней до кончиков. Отлично подходит, у кого есть небольшая проблема с падением волос, а также отлично восстанавливает ослабленные волосы, дарит энергию и силу. Следующий. Следующая серия у нас идет, это увлажнение, питание и защита. Здесь показан только шампунь, но знаете, что есть также еще и бальзам для волос, которые подходят для ежедневного применения и подходят для любого типа волос. Разработан он с учетом потребностей всей семьи. Все может подойти как и взрослым, так и детям, так и, соответственно, мужчинам нашим любимым. А это что касается тех линеек, которые мы можем отнести в условное бюджетное средство. Давайте перейдем к следующей категории нашей. Это наиболее действенные средства. Спасибо. Итак, Фиберлик Эксперт. Первая линейка, про которую я хотела бы рассказать. Фиберлик Эксперт – это инновационный уход. Назад. То есть это инновационный уход, основанный на синтезе высоких технологий и функциональных ингредиентов. Продукты этой линии не только быстро решают поставленную перед ней задачу, но и обладают пролонгированным действием и эффектом накопления результата. Хочу добавить, что эта серия вполне вам может заменить дорогие профессиональные средства, которые нам рекомендуют чаще всего в салонах красоты. Давайте разберем, что входит в эту линейку. Следующий слайд. Итак, первая серия, про которую я вам хочу рассказать, это Deep Aqua, глубокое увлажнение для сухих волос. В эту серию входят три замечательных продукта. Это шампунь, маска и абсолютно прекрасный несмываемый кондиционер, который наконец-то вернулся к нам в этом каталоге, чему я очень рада. Следующий слайд, пожалуйста. Так, следующая серия – это шампунь и кондиционер для придания объема. То есть те, кому хочется побольше, чтобы волосы держали больше объем, эта серия подходит именно для вас. Следующий слайд. Итак, следующая серия – это Total Blonde, мягкость и сияние. Немного иногда вводит в заблуждение название Total Blonde. Дело в том, что эта серия больше подходит для блондированных волос, то есть не осветленных. Для осветленных волос подходит немного другая серия, про нее расскажу чуть позже. То есть эта серия больше подходит для натуральных оттенков. Вот. Пожалуйста, следующий слайд. Следующая серия – это у нас Brilliant Age, бережный уход для возрастных и длинных волос. Дело в том, что возрастные волосы, чаще всего у которых есть седина, они у нас не получают должного питания, так как седые волосы, они пустые, то есть у них, можно сказать, мертвый волос, который
нужно особым образом, за которым мне нужно особым образом ухаживать. Точно так же, как и длинные волосы. Дело в том, что длинные волосы получают питание 10-15 сантиметров от корня. То есть, соответственно, все остальное они уже больше, скажем так, для того, чтобы они были красивые, нам нужно и за ними ухаживать немножко по-другому, нежели за короткими волосами или волосами средней длины. Поэтому эта серия идеально подходит для возрастных и для длинных волос, потому что за этими типами волос нужен примерно одинаковый уход. Следующий слайд. Следующая серия – это Shine and Gloss, невероятно послушные и идеально гладкие волосы. Наверное, многие слышали про такую салонную процедуру, как ламинирование. Так вот, именно эта серия у нас имеет такой результат, так как даже салонная процедура ламинирования у нас имеет накопительный эффект. Если вы будете использовать данную серию от Faberlic Shine and Gloss, то, в принципе, вы получите примерно тот же результат, что и после салонной процедуры. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий продукт – это 2 в 1 кондиционирующий шампунь. Он подходит для ежедневного применения, но я все-таки считаю, что шампунь и кондиционер должны быть отдельно, потому что когда мы вкладываем 2 продукта, чаще всего результативности одного и второго немножко у нас страдают. Вот пишут, что он просто волшебный. Ну, может быть, это чисто мое мнение. Поэтому я его в основном люблю использовать в поездках где-то, чтобы не брать с собой кучу баночек и медовый. Спасибо, я медовый еще не пробовала, обязательно попробую. Так вот, я его чаще всего использую в поездках для того, чтобы не возить с собой кучу баночек. Пожалуйста, следующий слайд. Следующая серия у нас идет бальзам и кондиционер, шампунь и бальзам для кудрявых волос. А также на слайде вы видите крем для четкости завитка, это уже в стайлинге. Единственное, многие слышала такие отзывы, что после данных продуктов вьющиеся волосы могут быть немного утяжелены. В этом случае лучше использовать данные продукты на более пористые волосы, то есть на более жесткие, я бы так сказала. Если есть проблема с тонкими волосами, то этот бальзам и шампунь лучше не использовать в этом случае. А так он идеально подходит для осветленных волос. Я еще сейчас расскажу, что подходит. Мы до них добрались еще до этой серии. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, эта серия моя самая любимая, мой фаворит. Эта серия называется Ever Strong, интенсивное увлажнение для поврежденных волос с маслом амлы. Объясню, почему обожаю эти продукты. Это за то, что как раз у них в составе есть масло амлы. Дело в том, что это масло помогает от выпадения, преждевременной седины, укрепляет корни, способствует росту волос, а также содержит огромное количество полезных ингредиентов, которые способствуют увлажнению, питанию и, что важно, лечению и росту волос. Регулярное применение у нас возвращает волосам блеск, силу, шелковистость, увеличивает количество волосков, прошу прощения. И также масло амлы прекрасно подходит как для сухих, так и для жирных волос. И в этой серии у нас представлены абсолютно прекрасные средства, такие как шампунь, кондиционер, сыворотка, маска, бальзам фьюи для текущихся тончиков и эликсир для волос. То есть
Вот эту серию можно использовать вообще всем и предлагать ее всем. Особенно, кто только начинает знакомиться с продукцией, да, я бы порекомендовала начать знакомство именно с этой серии, потому что вы в нее, ну, 100% любите. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, мы как раз подошли к серии Total Color, глубина цвета и пластичность текстуры с технологией защиты цвета. Вот эта серия у нас больше подойдет как раз для окрашенных и осветленных волос, то есть наиболее поврежденных. Это даже было указано в некоторых каталогах, по-моему, в 13-м каталоге, но это был акцент указан прямо в каталоге самом, то есть я не придумываю от себя то, что у нас предлагает нам эта компания. В принципе, можно использовать и маску Total Blend для осветленных волос. Я так и делаю, но в основном использую шампунь и кондиционер именно вот этот для окрашенных волос. Особенно блондинки меня поймут, потому что когда волосы обесцвечены, когда красишься блондинистые цвета блонд, то очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас цвет вымывается и появляется желтизна. После этого шампуня как-то дольше сохраняется цвет, чем после шампуня Total Blend. Пожалуйста, в этом есть разница. Итак, это у нас был последний слайд, по-моему, по Faberlic Expert. И мы переходим к следующей нашей линейке, это Expert Pharma. То есть это именно лечебная косметика, то есть Expert Pharma — это конкретный продукт для конкретной проблемы. В этой линейке у нас представлено всего 4 продукта, наиболее действенных по, ну, каждой по своей, скажем так, задаче. Следующий слайд, пожалуйста. Первый — это шампунь от перхоти для всех типов волос. Он идеально подходит как мужчинам, так и женщинам. И его лучше использовать и как профилактику, и если есть уже конкретная проблема с перхотью. Следующий слайд. Следующая серия — это серия против выпадения волос. Это новинка, она у нас всего лишь в 3-м каталоге. Данная серия рекомендуется для мужчин и женщин с признаками выпадения волос. Она стимулирует микроциркуляцию крови и улучшает питание корней. Содержит уникальный комплекс прокопил, который в свою очередь замедляет выпадение волос, стимулирует метаболизм клеток волосяной луковицы, оказывает защитное и восстанавливающее действие на структуру волосяного фолликула. В данной серии представлены 4 продукта. Это шампунь и разогревающая маска, а также ампулы против выпадения волос. В комплекте идет 6 ампул. Этого достаточно для курса. Что хотелось бы отметить. Маску разогревающую необходимо наносить обязательно на 10-15 минут. Потому что если вы будете наносить ее меньше, результат вы, конечно, не заметите. А так маска абсолютно чудесная, она прям разогревает кожу. То есть, как я уже говорила, стимулирует микроциркуляцию крови. Таким образом, мы будем волосяные фолликулы, и у кого есть признаки выпадения волос, они замедляются, а у кого таких признаков нет, можно использовать как профилактику, или если вы недовольны количеством волос, которые у вас есть на голове. То есть если хочется увеличить объем за счет того, что у нас будут расти новые волоски, то есть данную серию тоже можно применять. Ампулы наносятся у нас на кожу головы после мытья волос, либо на сухую кожу головы. Они абсолютно не утяжеляют волосы, не жирнят их, не дают никакого блеска. И тоже у них есть ощущение, что они разогревают кожу, ну, тоже разогревают кожу, улучшают микроциркуляцию. У всей этой серии приятный аромат, такой, я бы сказала, что он
травяной какой-то, то есть он абсолютно не отталкивает. В общем, мне она очень понравилась, я теперь ее многим рекомендую, особенно сейчас осенью у многих есть такая проблема, это именно проблема падения волос. Итак, мы с вами разобрали все наши линейки, которые у нас есть в каталоге. И давайте немножко подытожим, что мы имеем в конце следующей слайда. В конце можем увидеть вот такую вот схему. То есть для того, чтобы подобрать идеальный уход за волосами от Faberlic, нам в первую очередь нужно знать, что подходит для ежедневного применения, что не подходит для ежедневного применения. Не подходит для ежедневного применения шампунь для цветов, а то, что подходит для ежедневного применения, мы можем разделить на две категории. Наиболее бюджетные средства и наиболее действенные средства. Если здесь уже выбираем или мы, или наши клиенты, что нам важнее. Или сэкономить наш бюджет, или же получить результат. Соответственно, если мы выбираем, что мы хотим бюджет наш сэкономить, то мы выбираем либо между биоаптик, либо этноботаника. Если же мы хотим получить конкретный результат, то мы выбираем либо Faberlic Expert, либо Expert Farm. Я специально составила эту таблицу, потому что с помощью нее будет нам намного проще ориентироваться в каталоге, в том большом разнообразии, которое у нас есть представлены такие средства у нас. Я думаю, что с помощью нее вам будет намного проще ориентироваться самим и ориентировать ваших клиентов. В принципе, я закончила. Может быть, есть у кого-то какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Видимо, вопросов нет, или я пока их не вижу. Что советую для укрепления волос изнутри? В первую очередь, если есть какая-то проблема, да, то она идет изнутри. Самый простой способ, которым можно подпитать себя, свое здоровье, это витамины А и Е, которые у нас содержатся. Которая у нас содержится в овсяной каше. Ее отлично кушать с утра на воде, без соли, без сахара. Хоть это и не очень вкусно, но можно добавлять всякие сухофрукты. А также есть отличные витамины А и В. Они стоят недорого нашего российского производства. И они, это залог красоты женщины в целом. То есть это кожа, волосы и ногти. То, что нам важнее всего. Вот, можно использовать эти витаминки для того, чтобы поддерживать себя, особенно осенью и весной. Шампуни с какими-то травами. Но шампуни с травами у нас идут как раз биоарктик, там у нас идут различные ягодки, и этноботаника, там идут цветы. Экстракты цветов полезны. И, как я уже говорила, это Everstrong, масло мамлы. Это масло, его еще называют масло индийского крыжовника. То есть, вообще он очень полезен, даже у него аромат такой вот есть, специфический, пахнет какими-то травами. Также можно и нужно использовать эликсир, вот этот масло-эликсир, который там представлен в этой же серии. То есть он вообще уникален. Я думаю, что еще подготовлю именно обзор по данной серии, будет полезно, много будет услышать. Название масла и шампуня. Скажу. Daily эликсир для волос с маслом амлы. И Everstrong шампунь для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Да, спасибо, вот эта вот зеленая серия. Спасибо, да. К сожалению, мне не довелось пока попробовать эти витамины, которые у нас в Faberlic представлены, но я думаю, что обязательно попробую. Спасибо
тоже много нового сейчас узнала. Вот эта серия, которая, да, вы сейчас видите из презентации, она вся идет с маслом Амули. Она действительно очень чудесная серия. Почему я говорю, что это мой фаворит? Потому что в прошлом году я себе сожгла волосы химией и не знала, что с ними делать. Вот только этой серией спаслась. Для чего полезно это масло? Оно, повторюсь, Дмитрий, наверное, у нас не так давно к нам присоединился. Повторюсь, что это масло, оно подходит как для жирных волос, так и для сухих. Оно, оно содержит огромное количество полезных ингредиентов, которые способствуют увлажнению, питанию и, что важно, лечению и росту волос. Регулярное применение возвращает волосам блеск, силу, шелковистость, увеличивает количество волосков. В результате применения этого масла средство приобретает ухоженный, здоровый, прошу прощения, в результате применения этих средств волосы приобретают ухоженный, здоровый вид. Масло подходит как для сухих, так и для жирных волос, плюс способствует росту новых волос, укрепляет корни, помогает от выпадения и преждевременной седины. У маски вот у этой Эверстрон, да, я так понимаю, Мария? Но... да, ну вообще вся эта серия у них примерно одинаковый запах, мне он тоже очень нравится, очень симпатизирует. Я бы даже сказала, что их запах нормальный и жирноватый, но возможно, что вы еще используете немножко неправильно кондиционер и маску. Если наносите на корни, нужно обязательно промывать их очень-очень хорошо. Но лучше все бальзамы и маски наносить также только по структуре. То есть от корней мы обязательно отступаем место, наносим только по структуре волос. На все кудрявые тоже хорошо, но... Да, моя тоже очень любимая Альбина. Для профилактики чего? Нормальные волосы, если нормальные волосы, то к ним есть, собственно, серия для нормальных волос у Этноботаники, которая подходит для всех. Для нормальных волос есть у BioArctic шампунь, который тоже подходит для всех типов волос на каждый день. Из Эксперта. Секунду. Ну, из Эксперта можно выбрать либо Shine and Gloss, ну, больше, наверное, Shine and Gloss, да, подойдет в этом случае. Ну, либо, да, два в одном. Еще, может быть, есть какие-то вопросы? Ну, если вопросов нет, то я, пожалуй, отключусь. В любом случае, я смогу ответить на все вопросы позже. Думаю, мы не раз еще будем делать эту таблицу, этот обзор. Либо со мной всегда можно связаться, и я отвечу на интересующие вопросы.
Да, еще раз показываю таблицу. Эту таблицу можно, да, сфотографировать, пользоваться ей, специально для этого разрабатывалась. Я думаю, что она будет действительно всем полезна. Кто желает, может ее немножко дополнить, дописать какие-то серии, которые вам больше всего нравятся и которые вы могли бы порекомендовать своим друзьям, коллегам, родным, близким и, конечно же, вашим любимым клиентам. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Было очень приятно с вами общаться. До новых встреч!